всем привет, привет. Ну, у меня завтрак на скорую руку. Уже говорила, у меня Вика приболела. Готовить я не знаю, когда. А если мне вот баба, дайте мне. А я в ням-нямке нога, а мне баба новенькая. Давай, вот у нас пельмешки вот остались у Вики, да? Да. Она будет их есть со сметанкой макать. На. А мне что? Хотела луковые котлеты закрутить. В общем, обещаю, сделаю, но не сегодня. А где вода мне? Вода вон твоя. Ну, у меня вот опять что-то из пятерочки пробую. Студень из пятерочки. Это холодец. Вика поела кашу маной. Давайте, они видно, вот отодвинем. А теперь она будет есть пельмени с вами. Эй, баба! А баба будет вот это есть. Не знаю, когда что. В общем, сегодня все будем на быструю руку. Ну, нафиг, что заморачивать. Может, картошки только единственное, что пожарю. Дочка должна приехать. Вот такой студень из пятерочки. У нас есть соленые огуречки. Дальше нет. Не хочет. Ну, вот тут остатки овощей со вчерашнего дня. И булка. Будешь булку-то? Да. Они кислые. Да. На. Смотри, с кармашком каким. Где? Я... Давайте попробую. Я... Горчицу я уже честно говорю, что я ем ее. Прям вот, знаете, капельку. Я могу закашляться. Вот чуть-чуть. Ой, руки. Ну, это, ладно уж, простите, кто увидит. Это дача. И вид у нас дачный. Так скромненько у нас. Ну, нам здесь хорошо. Да, и мне. Ой, а Вике-то как нравится. Да. Тебе тоже надо? И надо мне. Горчицу будешь холодец-то? Да, я не буду. Смотрите, ну вроде вот так вот он. Да. Даже перчик есть, два слоя. Вон перчик. Вон перчики и зёрнышки. Ну, на вкус как купленный холодец. Да. Давай пельмешку съешь. Давай, чтоб видели все, как Вика кушает пельмешку. Ну, ее кормить не буду. Она не хочет. Я сама. Я и как баба, чё? Огуречки. Ой. Она все сама. Баб. Ой. Ну, потому что они вчерашние. Не доедать-то надо. Да. Еще зига. Да нет, это холодная. Не надо. А чуть-чуть. Пельмешки с просто так пашкой. Да. А сячики это. Вон сячики. А у нас там полка обувная некрасивая. Ну ладно. У меня все естественно. Ну, все, на даче. Я пить. Ну-ка, мажь сейчас, Вик, никак я тебе не помажу, я вот одно место помазала. Да. Мажу сразу супрастином, у меня супрастин в ампулах есть. Да, мне, баба, а у меня вот тут вчера жуки. Жук укусил нас, да. И мне. Баб, шума. Шум, самолет летит, у нас здесь аэропорт недалеко. Да. Давай, мать, о. Ой, умничка. Мы кушаем. О, молодец. Это она, чтобы быстрее поправиться и поехать на море. Да. А мне мямки и надо, а овощи да. Вот мямки не надо, а овощи да. Конечно, она у нас поздно стала говорить. Ну, киску съест. Или ежик, да? Овощ. Овощ, да. Мы вчера ежика у нас тут видели. Я тоже все сняла. И я. А мне вина от дома. Сейчас сыром. А здесь? Да, пока в огород не ходим. А то она же за мной пойдет. Что-то мы не подумали, надо, сюда надо, видите, калошки купить, да? Угу. Умничка. Попей водички.
Мне вот так и жарко. Жарко не так. Ой, баба. Вот так вот. Да. Фу. Ну, надо салфетки тебе дать сейчас. Да. В принципе, знаете, вот иногда не хочется варить холодец. Можно купить. Ничего, нормальный. Конечно, не домашний. Но, честно скажу, бывает и хуже. Мой микрофон с тобой... Да. Опять не надели. Да. Бабья, угу. Все, еще воды. Теперь три воды. Чуть-чуть. Я чуть-чуть. Все, чуть-чуть я. Анечка, приедь нам картошки нажарить, да, дочь? Да. Бабу, тут мало. Угу. Мне бы, конечно, грядки пополоть. Да. А если плохо, да? Дай бы Бог вечер. Ты не тряси стол-то. Ешь давай. Скажи, как ты кушаешь. Ну, это она балуется уже. Баб. На улице, кстати, тепло. И ночь была теплая. Я когда тогда, ну, ночевала тут. Баба. Ну, видели кто-то мои видео. Баба. Ночью было холодно. А сегодня прям замечательно. И сейчас... Тепло, ветра нет, прям штиль, штиль. Штиль. Ну что, я даем тогда твои пельмени, оставлю холодец маме, а мы что сварим и поджарим. Нет, я не умею. Ну иди, они вон все уже разбухли, они же вчерашние. А мы сварим сейчас еще свеженькие, я тебе сварю. Это что? Ну попробуй, мясо. Да. Будешь? Нет, буквы. Вот прям мясо, смотрите. Куски мяса прям. Так что можно... И 50 рублей он стоит, что-то. Вот эта коробочка, недорого. Ну, акция. По акции, девчонки, мальчишки. Ты что ешь? Булку? Ешь булку. А я еще булку. Вот еще есть булка. На, вот булку-то. Не пузо бубло. С чего это у тебя пузо-то бубло? Ну, ты кашу-то поел, с чего у тебя пузо бубло? Не хочешь ты ничего просто, наверное, уже. Угу. Хочешь ням-нямки, наверное, да, желудочек? Да? И ням-нямки ты уже съела. Все. Это маме оставим попробовать. Холодец. Она не больно холодец-то. Нет, мама, бубу. Мама денежку зарабатывает, приедет вечером, сок привезет. И папа бубу, и мама бубу. А Вики нет? Нет. Вот, Вика у нас закашла. А баба нет. Бабе плохо. А Жанни нет. И Миша. А Миша плачет дома. Плачет Миша? Да. Почему Миша плачет? У меня же помидорка. А Миша, а я на алыке, а Миша алыке и Мияну. А что? Угу. Какой прекрасный день, какой прекрасный пень, какой прекрасный я и песенка моя, я. Давай расскажем стихотворение, как киска в коридоре. Да. Плачет? Кися. В? Какое? В коридоре. У нее большое? Горе. Злые люди. Люди. Бедные. А люди уходят. Злые люди бедной киске? Си-си. Не дают украсть? Си-си. Дай. Си-си, баб. Сосиска. Еще о репку. Давай репку расскажем и все, закончим. Да, по дереву. У нас сказка на новый лад, репка. Да.
По дере вы ребо прибоста дере тяпа-тя-тя-па-тя вы не мо. По де баба за де де заре. Тяпа-тя вы не мо. По бавну вну за баба за де де заре. Тяпа-тя вы не мо. По вну жужу за вну вну за баба за де де заре. Тяпа-тя вы не мо. По жу коко за жужу за вну вну за баба за де де заре. Тяпа-тя вы не мо. По комы мы за ко. Ко за жу, жу, за ну, ну, за баба, за дедя, за ре, тяпа, тя, вы, ре. Нет, тяни, не так надо. Тяни, тяни. Абаи. Ну, все, с вами была Наташа. Всем всего доброго, спасибо, что вы у меня есть. Всех люблю, целую. Пока-пока. Пока, говори век.